Площадь акватории Коксарайского водохранилища составляет более 46 тысяч гектаров. Контррегулятор защищает население от наводнений, а также регулирует сток воды для ирригации. Природоохранная прокуратура области проверила соблюдение норм закона об охране, воспроизводстве и использовании животного мира на Коксарайском контррегуляторе. Результаты показали. Главной проблемой данного обстоятельства является, что в главном гидроузле данного водохранилища не установлены защитные устройства, отвергающие попадание рыбных ресурсов в данное водохранилище реки Сырдарья. На сегодняшний день пробелы в законодательстве и неопределенный статус водохранилища – лазейка для браконьеров. Природоохранников беспокоит, что Коксарайское водохранилище не является рыбохозяйственным водоемом и соблюдение всех природоохранных норм ни за кем не закреплено. Все вышеперечисленные проблемы были рассмотрены на межведомственном оперативном совещании. Было рекомендовано данным руководящим органам решить вопрос об научном обосновании о придании статуса хозяйственного водоема данному водохранилищу или же устройства на данном водохранилище, рыбозащитных устройств или же разработки дополнительного проекта в целях полного поражения данного водного объекта при сбросе воды в реку Сырдарья. Исполнение поручений сегодня находится на контроле природоохранной прокуратуры. Возможно, уже в ближайшее время проблема Коксарайского контррегулятора будет решена.